Всем привет-привет, меня зовут Женя. Сегодня я хотела с вами поделиться новостями кое-какими. И знаете, вот смотрю сейчас в окно и вижу, что все уже зима на носу, потому что осень уже не такая теплая, как была пару дней назад, по крайней мере у нас в Алматы. Я знаю, что в России, в Москве, по-моему, снег уже даже выпал. Но пока у нас еще держится такая средняя температура, 15-20 градусов тепла днем, но все равно уже не так тепло, как пару дней назад. Надеюсь, что вы готовы к осени и уже утеплились. Но мы, как всегда, не собираемся зимовать в Алматы в этом году, как и в прошлом и позапрошлом году. Опять мы улетаем в теплые края. В общем, я сейчас усердно готовлюсь к отпуску, потому что мы уже через 2 недели улетаем. И улетаем мы в Таиланд на этот раз. На самом деле я никогда не была в Таиланде. Я даже не знаю, как там. Я думаю, наверное, почище, чем в Индии, это точно, потому что я посмотрела уже пару роликов в YouTube, и как бы мне понравилось то, что я увидела. Магазины у них чистые, дороги чистые, туалеты. Таиланд — это страна чистых туалетов. Как говорят, Таиланд — страна чистых туалетов, грязных кухонь, а Индия, наоборот, страна грязных туалетов, зато чистых кухонь. Вот в Индии никогда ничего протухшего, в принципе, не подадут вам сами индусы, да? Не знаю, как тайцы. Вроде как планируем полететь на Самуи, но пока неизвестно. Я вообще боюсь туда лететь, потому что посмотрела на днях фильм «Невозможное». Кто смотрел этот фильм, то вы поймете, о чем я говорю. А кто не смотрел этот фильм, то обязательно посмотрите. Рекомендую к просмотру. Он просто невероятный. Вот через 2 недели мы улетаем. Скорее всего, надолго мы улетаем. До весны примерно нас не будет. Ну, в общем, я сейчас усердно готовлюсь к отпуску. Покупаю летние вещи на сайтах. Кстати, на них сейчас очень классные скидки, потому что все-таки не сезон. И я много-много-много кое-что всего накупила дочке, мужу, себе, и вам немножко попозже покажу, что я там взяла. Также мы уже купили авиабилеты и забронировали отель, и отлично на этом сэкономили. И сейчас я расскажу вам, каким образом. Помните, примерно полгода назад я рассказывала вам про кэшбэк-сервис Копикод, который возвращает деньги с онлайн-покупок. Кстати, вот я когда была в Европе, там это очень распространено, особенно вот шубы, когда покупали в Греции женщины, которые с нами летели, так они в аэропорту обменивали чеки на кэшбэк, им возвращали деньги. Не секрет, конечно же, что я люблю онлайн-шоппинг, а кэшбэк — это, конечно же, приятный бонус. Но согласитесь, приятно же получать со своих покупок часть затраченных денег. Я, например, придерживаюсь того, что копейка рубль бережет все-таки. С того времени, когда я последний раз снимала видео про Копикод, они значительно выросли. У них сейчас более 800 магазинов и 500 000 пользователей. И еще одна хорошая новость. У них появился новый функционал. Это распродажи, промокоды, сочетающие с кэшбэком, и магазины с повышенным кэшбэком. Теперь все в одном месте. Находится это в меню слева, предложение. Акции постоянно обновляются. Еще одна хорошая новость. Копикод. У них изменился порог на вывод средств. Теперь пользователям нужно накопить не 1000 рублей кэшбэка на своем счету, а всего лишь 500 рублей для того, чтобы вывести деньги со счета. Как это все работает? Интернет-магазин делится с Копикодом за рекламу, а Копикод делится энным процентом с вами. Ну и, безусловно, потратить, а потом вернуть себе часть денег – это очень приятно. Согласитесь. Ну а сейчас покажу вам вещи, которые приобрела я со скидками, еще плюс вернула кэшбэк себе. Купила мужу олимпийку на сайте La Moda. Puma олимпийка была с классной скидкой. M размер на него как раз, и под его голубые глазки очень-очень подходит. Классная олимпийка, мне очень понравилась. Легенькая такая, на байк как раз. Дочь своей заказала кроксы, они светятся, когда на них наступаешь, звездочки здесь мигают. Я обожаю кроксы, мой муж часто носит кроксы, я думаю, вы заметили уже это видео. На самом деле это очень удобная обувь, и так как мы очень много ходим пешком, можно даже на голую ногу надевать кроксы и, в принципе, ничего не натирая. Заказала себе 2 кепки, Puma и Nike. Мне Nike больше всего нравятся кепки, они очень хорошо сидят на голове.
красиво смотрится, потому что другие фирмы немного странно смотрятся на голове, какие-то приплюснутые странные формы, а Nike, я считаю, это идеальные кепки, бейсболки, которые сидят отлично на голове. Вот у меня такая есть черная, теперь я решила порадовать себя и мужа красной. Муж тоже носит мои кепки. Также заказала дочери со скидкой вот такие шорты и вот такой сарафанчик розовый, хлопковый. Следующий заказ, с которого мне вернулся кэшбэк, я делала на сайте asos.com. Заказала джинсы мечты на завышенной талии, которые отлично худят, скрывают недостатки, прекрасно сочетаются с кедами и разными футболочками. Там же на Asos я заказала три интересных футболки. Бордовая в черный горошек, черная с надписью «Белая с рок-группой». Не могла пройти мимо бордовых джинсовых шорт с высокой талией. В общем, к отдыху практически готово. Осталось только купальнички купить. Джинсы, футболочки и шорты от фирмы Pull & Bear. А еще я заказала с сайта Choice себе отличный комбинезон джинсовый. По-моему, больше таких нет, девчонки. Очень красивый, по ростовке мне идеально на мне сидит. Сейчас в моде такие, знаете, джинсовые комбинезончики. Как совершить покупку и вернуть кэшбэк? Ну, во-первых, вам нужно зарегистрироваться. Зарегистрироваться довольно просто. Вы можете войти даже через любую социальную сеть. Затем вы выбираете ваш интернет-магазин. У Копикота много друзей магазинов, как косметики, одежда, аксессуаров, техники, товаров для детей и прочее. Есть где разгуляться. И нравится, что сайт постоянно развивается, даря нам новых друзей-магазинчиков. Затем выбираем магазин, в моем случае это La Moda, Choice и Asos. Выбираем этот интернет-магазин через сервис Копикот и вуаля, делаем заказ. Самое главное, получаем заявленный кэшбэк. Обязательно для получения кэшбэка необходимо зайти в интернет-магазин через сайт Копикот, иначе бонусы не зачислятся. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока!